Тон, мне больше ЧВК, блядь, не интересует. Вот, падла. Что-то больно тихо. Нам кошмарных тут еще не хватало. Эй, нелюдь! Хлебало, завали свое! Мразота! Убил одного, второй исчез. Так, где-то прячет. Обходит меня, скорее всего, пытается найти и убить. Может, сам побежал просто.
персонаж не прыгнул. Да, я так и не понял, на 25 или на 50 надо играть, блядь. Маза сказал, то что на 50, блядь, лучше в голову целиться, а сам с 25 ходит. А саму и так удобно. Все люди. Можно меня к восточке, пожалуйста? Я устал здесь спавниться у западки. Я что, дверь закрывал? Кира, помнишь, нет? Я дверь закрывал или нет? Я тоже не помню. Не сходил по нужде, сейчас мучает нужда просто. Неплохой день, господа. Блять, берца щепили!
вас, ебаный! Мы тарков от вас вычистим, мрази! О, как хорошо я ему накидал. Понял! И кто так воюет? Так только дебилы воюют! Чё ты стонешь там, как шлюха, блядь? Ай-яй-яй, не нравится мне это место.
чё там в той стороне ничего не лутали, ребятки? Где лут? О, за СЖ-шку спасибо, бро. Там легче за кустин вытащить, блядь. А сладкий паренек-то здесь был. Понимаю. Понимаю. Вот это не помню, что стояло. Так, сюрф обязателен. Так, это сюда, цепь сюда. Это стоит своих денег. Стоит. Кулер стоит. Стоит. Возьмем. Так, сверху положим чисто. Это тоже все сверху. Вот так вот. Возьмем пока цепешки. Возьмем. РК-4 не помню, сколько стоит. Делаем вот так вот. Так, это все поскидываем вот сюда. Кто-то еще с улицы шифтует. Так. Так, выкинуть. БС-ки, бля, братан. Красава. БС-ки это хорошо. БТ-шки, блядь, уже не очень. 5 БТ-шки. Дело твое, братан. Верю, то что с западки прийти и вот так вот такое говно залутать и можно вернуться. Хочешь сказать, Кира, наверху я этого типа не убил, да? А ты говоришь, Кира не убил, братан. Вот же он валяется. Сладенький. Эх, Кира, Кира. Лишь бы на меня наговорить. Вот ты, Вадим, играть не умеешь, все дела.
Лишь бы Кира наговорить на хорошего человека просто. Я ему Таша убиваю, стараюсь. Кира говорит, он не умер, ты чё? Так, рожки сюда. Ну, по сути, блядь. Все, да, эти БС-ки все. Выкинем. Два рожка пускай остаются. На даль чисто. О, родненькая. Лежит, ждет папочку. Это все в один рожок скинуть. Звездочку сид. О, все. Блядь, тоже закончилось. 34 патрона, в общем, в двух рожках было. Хера себе там, блядь, раскидал. 3, 4, 5, 6, 7. Я восьмой. 8 чевиков мертвы. 8 чевиков. Еще где-то кто-то есть. Полипасу. Так, ворон и золотую цепь сюда воткну. Такс. Ну, все, вроде можно лутаться. Не понял. Твою мать. Дядя Буяныч, ты чё?
Твою мать. Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! Шалава! Где у них файт был. Хуярь, медведя! Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! Я чё, от Мико оба сейфа залутал? А, вот этот открыл, но не стал лутать. Почему-то. Отвлекли, видимо. Просто. На каком, интересно, на выходе они будут меня ждать? Они же по-любому за дичка зашли. Ни хрена себе. Первый раз в процессоре столько вещей увидел. Более целая, надену более-менее целую каску. Ну, плюс эти ребята убили, если с этим считать, то всех вроде убили. То, что бесплатка работает.
такое? Девка что, читера попал? Читер нас. Ну мы просто видишь, буяну поцелованы. В смысле, читак меня убил, а вы читака убили? Мы. Понимаешь, ты что не слышал? А, или ты вообще. Я же сказал, размутьте меня потом. Я же в катке был. Я уже мутил. Братан, понимаешь, вот этот читер, который тебя ебанул, он ебанул там только сколько еще? 5 человек? Пятеро. Понимаешь? И патроны закончились у него. Он что? Он нас не трогал, понимаешь? Он всех разъебал, нас не трогал и ушел. Базаришь. Не знаю, пацаны, я только что в катку пошел, сам всех разъебал. Ну как разъебал, братан. Убил всех. А то мне не понравилось, как тот сказал в изи. Изи не буду говорить. Просто ребят убил. Они еще